Минасан, коничива. Это канал Тачко ТВ. Сегодня мы с вами поговорим о частичке Т, которая, ну, очень часто встречается в японском языке, особенно в разговорной речи. На примерах выясним, как она используется, что означает и как переводится на русский язык. Итак, первое значение. Передаем, цитируем то, что услышали от третьего лица. Это знакомая нам частичка «то», только вместо «то» теперь будет «те», которая очень часто используется в данном значении в разговорной повседневной речи. Также можем вообще сокращать такие выражения, как, например, «то и теиру» – кто-то что-то говорит, «то кай теиру» – где-то что-то написано, а просто будем ставить «те». Сейчас посмотрим на примерах. Первый пример. «Кане о каште куре те таномарета». Кане о каште куре те таномарета. Сначала вот переведем с тем, что у нас в скобочках тоже дано. Можно с этим словом таномарета, можно без него. Получается, меня попросили, там он попросил, кто-то попросил, меня попросили занять денег. Если мы поставим вместо те частичку то, то получится кане о каште куре то таномарета. То же самое, те просто разговорный вариант. Можно вообще, как я говорила уже, таномарета, вот это вот, да, там где и теиру, и варета, кайтеиру и так далее, опускать. Вот как здесь, можно сказать просто кане о каште куре те. То есть он или кто-то там сказал, что займи денег. Как бы цитирование. Дальше. Доксё сиро те и варета. Доксё сиро те и варета. Мне говорили... Или мне сказали, читай, занимайся чтением. Можно также сказать без иварета, просто доксё сиро те. Мне сказали, чтобы я занимался чтением, читал. Доксё – это чтение. Дальше, следующий пример, маленький диалог на две реплики. Райсю но дзюгё ва ясуми датте. Райсю но дзюгё ва ясуми датте. Говорят, на следующей неделе занятий не будет. И ответ «Хонто йокатта». Правда? Как хорошо? Дальше пример. Тоже маленький диалог на две реплики. Ани. Кё но тэнки ва доо? Кё но тэнки ва доо? Старший брат говорит, как сегодня с погодой? Какая сегодня погода будет? И имоуто отвечает, младшая сестра. Тэнки йохоу де ва гого кара харерутте. Тэнки йохоу де ва гого кара харерутте. Отвечает младшая сестра. По прогнозу погоды, то есть согласно прогнозу погоды, говорят, что после обеда будет ясно. Тоже цитируют то, что говорили в прогнозе погоды. Дальше. Готоу-сан ва ашта кураренайтте. Готоу-сан ва ашта кураренайтте. Готоу сказал, что завтра не сможет прийти. Готоу-сан ва ашта корареной. Корареной – это потенциальный, это страдательное, точнее, не страдательный залог, а форма страдательного залога, которая выполняет функцию потенциального залога. То есть могу, не могу. То есть Готоу сказал, что завтра не сможет прийти. Цитирует человек его слова, то, что услышал от Готоу или еще от кого-то. Дальше. Коре икура де каттано? Коре икура де каттано? За сколько ты это купил? Икура те мораттан дакара вакаранай йо. Икура те мораттан дакара вакаранай йо. Ты спрашиваешь, сколько? За сколько купил? Да? Икура те, как бы цитирует слова своего собеседника. Я не знаю, потому что мне это дали, получил от кого-то. Мораттан дакара, так как получил это, вакаранай, не знаю, не понимаю, сколько это стоит. Здесь передаем то, что услышали уже не от третьего лица, а от второго, от того, с кем разговариваем, от собеседника. Дальше. Сенсей никитара даме датте. Сенсей никитара даме датте. Когда спросил у учителя сенсей никитара, он сказал нет, нельзя. Он сказал, что нельзя. Даме датте. Передаем слова учителя. И последний пример. Сугу кимасте. Сугу кимасте.
Он сказал, что скоро придет. Видите, после формы мас тоже может стоять те. Сугукимасте. Он сказал, что скоро придет. Второе значение. Обозначаем тему предложения. Даем определение, объяснение тому, что стоит перед те. Вместо ва, то ва или то юнова. Давайте посмотрим примеры. Писите нандеска. Писите нандеска. Что такое писи? Мы можем сказать также писитова нандеска. И ответ пасоконно кото десьо. Это компьютер. Дальше. Кодомо моцуно те тайхен деска. Кодомо моцуно те тайхен деска. Тяжело, когда у тебя есть дети. Тяжело иметь детей. Видите здесь но те. Кодомо моцуно те. Дальше ответ. Демо урешии котомо ой десьо. Демо урешии котомо ой десьо. Да, но радости тоже много. То есть много радостного. Дальше следующий пример. Аната те синсетсу на хито не. Аната те синсетсу на хито не. Здесь можно просто аната ва синсетсу на хито не сказать. Вместо «те» ставить «ва». Как я сказала, да, вместо, в этом значении вместо «ва», «то ва» и «то юнова» ставим. И дальше, перевод. «Ты добрый человек». Всего-навсего такой вот перевод. «Ты добрый человек». И дальше последний пример в этом значении. «Гинза те и токоро да не». «Гинза те и токоро да не». «Гинза» – это хорошее место, не правда ли? «Гинза» ва и токору дане, можем тоже так сказать. Но те это разговорный вариант, и вместо ва тоже очень часто ставится в разговорной речи. Третье значение, так называемый, когда ставим те вместо тою. Например, ямада сама те ката годзонджи деска. Ямада сама те ката годзонджи деска. Вы знаете человека по имени Ямада? Можем сказать также «Ямада сама тую ката годзонджи деска». Дальше. Итоо-сан, чая-сан те хито кара денва га аримашта йо. Итоо-сан, чая-сан те хито кара денва га аримашта йо. Господин Ито звонил человек по имени Чая. Чая-сан тую хито кара. Чая-сан те хито кара. Вместо тую ставим «те». Дальше. Мирано тею Италия рёри но мисе. Штеру. Мирано тею Италия рёри но мисе. Штеру. А здесь, смотрите, ю у нас осталось, но вместо то поставили т. Можно было бы сказать Мирано тею Италия рёри но мисе. Но они просто вместо то ставят т в разговорной речи. И получается Мирано тею Италия рёри но мисе. Штеру. Вы знаете ресторан итальянской кухни, который называется Милана. И еще один пример. Корева Мураками Харуки те сакка га кайта умибе но кафка те ю сёсетсу дес. Корева Мураками Харуки те сакка га кайта умибе но кафка те ю сёсетсу дес. Это корева роман сёсетсу под названием Тею, да? Тою здесь может быть. Роман под названием «Кафка на пляже». И все это тоже у нас определение к вот этому роман под названием «Кафка на пляже», который написал Кайта. Кто написал? Писатель по имени Мураками Харуки. Здесь у нас, видите, два вот этого «т». Здесь «тею», а здесь «т» просто. Можем сказать так, если не те, а то ю. Корева Мураками Харуки то ю сакка га кайта умибе но кафка то ю сёсетсу дес. То есть вместо вот этих те ю и те можем поставить то ю. Дальше. Те – это разговорное вместо то и те или то омо те и так далее. Например, яма ни нобору те декакета. Яма ни нобору те декакета. То есть, сказав, что будет подниматься на гору, вышел.
Можно так сказать, я мне не говорю то и те, де как это. То есть сказав, что будет, ну, в гору, да, на гору подниматься, вышел, отправился. Вместо то и те мы здесь поставили просто те. Дальше пятое предпоследнее значение. Повторяем слова собеседника. Вместо то и варетемо. Сейчас посмотрим. Имасара хэнко суру те кю ни комару не. Имасара хэнко суру те кю ни комару не. Если, ну, если вы сейчас скажете, что вносите изменения, то есть если мне сейчас скажут, да, то и варетемо, даже если скажут, что как бы вносим изменения, меняем что-то, потому что хэнко это какие-то изменения, перемены, то есть если сейчас, вот теперь мне скажут, что, или вы мне скажете, исходя из контекста, и, которого здесь нет, если вы мне скажете, что мы что-то меняем, переносим, то кюни комарю не, то как бы вы ставите меня внезапно в затруднительное положение. То есть я внезапно затрудняюсь, дословно. Как бы оказываюсь в затруднительном положении. Здесь можно поставить то и варетемо. Например, имасара хэнко суру то и варетемо подходит здесь кюни комарне. Ну а здесь стоит просто те разговорное. Вообще, это «те», конечно, в разговоре много чего может означать. Вот мы уже, смотрите, пятое смотрим значение, и это понимается из контекста, что имеется в виду. Дальше. До сурука «те» киматтеру даро. До сурука «те» киматтеру даро. Вот мне вот это значение кажется таким самым, ну, не совсем понятным. Понятным, но не совсем, вот самым таким трудным почему-то. Ну, это с моей точки зрения. А здесь можем сказать «до сурюка то и варетемо киматтеру даро». То есть даже если ты говоришь или вы говорите, что делать, киматтеру даро, то есть уже все решено. Ведь уже все решено, даже если вы говорите, что, жить, что же нам делать, что же мы будем делать. То есть я полагаю, что уже все решено. И последнее, шестое значение, передаем слух и констатируем факт, вот что-то в этом роде. Смотрим. Кими инни натандатте не. Кими инни натандатте не. Говорят, что ты стала членом комитета. И последний пример. Каремо и китайте. Каремо и китайте. Говорят, я слышал, что он тоже хочет поехать. Вот на этом и все. Наш сегодня маленький коротенький урок заканчивается. Почему-то захотелось уделить внимание этой частичке, потому что многие спрашивают, что такое «те», что оно означает. А оно очень часто встречается, поэтому проходить мимо этой частички нам нельзя. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал Тачико ТВ, кто еще не подписан. Будем учить японский вместе. Дяне!